На конкурс «Діти читають стихи» для лабіринта.ру. Чеботарева Ксения, 10 лет, Удмуртия, город Можга. Автор Татьяна Лаврова, стихотворение «Девочка, прошедшая войну». Девушка, совсем еще девчонка, с мягкой улыбкой после сна, в форме школьной, с бантами и челкой, увела безжалостно война. В медсанбатах, фронтовых, походных, городах, пылающих огнем, всех солдат, израненных, голодных, возвращала к жизни день за днем. Маленькими, ловкими руками бинтовала раненых, слепых. Сколько писем написала мама за безруких пареньков седых. На шинели ордена, медали, выправка военная и стать. Только деток руки не держали, не успела деток нарожать. Всех, кто дорог был, любим и близок, забрала разлучница война. Пожелтевший, обгоревший снимок, два солдата в форме и она. Предлагали сердце, душу, руку, жизнь как сказки, счастье чередой. Да лежит один в великих луках, а под Сталинградом спит другой. И стоит в печали одинокой, слушая седую тишину, бабушкой уставшую до срока, девочка, прошедшая войну.